Здравствуйте! В эфире передача «Здоровье важнее». И сегодня наш гость – врач-ревматолог областной клинической больницы Губченко Юлия Николаевна. И поговорим мы сегодня о заболевании, которое в народе называется подагра. Юлия Николаевна, расскажите, что это за заболевание? Подагра – это системное заболевание, хроническое воспалительное, которое возникает в результате употребления в пищу большого количества белковых продуктов, что приводит к повышению уровня мочевой кислоты и отложению этих солей, то есть солей мочевой кислоты, в мягких тканях опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Много известных людей страдали подагрой. Это Исаак Ньютон, и Александр Македонский, Петр I и многие-многие другие. Первые симптомы подагры были описаны еще более 2500 лет назад врачом Гиппократом. Сейчас мы, к сожалению, в нашей стране фиксируем большой уровень заболеваемости на подагру. Это связано напрямую с увеличением ожирения среди населения нашего, употреблением большого количества алкогольных напитков, как сильно алкогольных, так и слабоалкогольных, в особенности пива. Также это связывают напрямую с малоподвижным образом жизни нашего населения. Также высокий уровень заболеваемости встречается в развитых странах с высоким уровнем жизни. Чаще страдают, к сожалению, наши мужчины. Соотношение их 7 к 1. По статистике за 2016 год в нашей стране страдают от 5 до 28 случаев на 1000 мужчин и от 1 случая до 6 случаев на 1000 женщин. К сожалению, это высокая критическая цифра, так как я уже сказала, что наше население употребляет большое количество жирной жареной пищи и большого количества пива. Расскажите, как проявляется подагра? Первое клиническое проявление подагры является острый приступ боли в суставах нижних конечностей, как правило. Это суставы большого пальца стопы, одно или сразу двух. Это острый приступ сильной боли, которая возникает внезапно на фоне полного благополучия у наших пациентов. Чаще всего они, ложась спать, засыпают на фоне полного благополучия, а просыпаются ночью или в утренние ранние часы от сильной боли, пульсирующих в суставах нижних конечностей. Боль очень быстро нарастает, вплоть до нетерпимой, и даже минимальное движение в суставах приводит к возникновению сильного болевого приступа. Чаще всего, как я уже сказала, это суставы нижних конечностей, но также подагра поражает все суставы верхней конечности, вплоть до суставов позвоночного столба. Также одним из ярких проявлений подагры или подагрического артрита является очень быстро, буквально на глазах, появление симптомов воспаления. Это припухание пораженного сустава. Это, как я уже сказала, выраженная боль в суставе. Это ограничение подвижности вплоть до адинамии, то есть отсутствие движения в суставе вообще. Покраснение пораженного сустава и повышение температуры кожи над пораженным суставом. Все это в течение нескольких часов появляется у больного, в течение ночи или, может быть, с утра. Если вы наблюдаете такие симптомы, о которых я рассказала ранее, вам надо обратиться в поликлинику по месту жительства, к врачу общей практики. Это или семейный доктор, или участковый терапевт. И пройти ряд обследований, которые необходимы для клинициста и для постановки диагноза. Основные методы обследования при подагрическом артрите следующие. Это необходимо сделать обязательно общий клинический анализ развернутой крови и определить уровень повышения мочевой кислоты в крови. Также необходимо сделать ультразвуковое исследование мочевыделительной системы на предмет образования камней при подагрическом артрите и сделать рентгенографию тех суставов, которые поражены. Подагра – это серьезное инвалидизирующее заболевание, которое после ряда приступов, которые проходят самостоятельно, принимает хроническую форму. Суставы поражаются не только на нижних конечностях. Мы отмечаем поражение суставов и кистей, и локтевых суставов, которые переходят в хроническую форму, и приступ за приступом нарастает очень быстро. Также важной особенностью подагры является то, что как боль быстро нарастает, так она же быстро угасает, и функция сустава восстанавливается полностью. Пусковыми факторами для начала подагры может явиться, как я уже говорила ранее, это употребление большого количества жирной жареной пищи, большого количества алкогольных напитков, особенно пива, хирургические вмешательства, инфекционные заболевания, переохлаждение и многие-многие другие.
А также хотелось бы отметить, что у трети больных мы фиксируем стабильное повышение системной реакции воспалительной. Это и озноб, и потливость, головная боль, повышение температуры тела до 38-39 градусов. Поэтому вот если вы увидели у себя все эти симптомы заболевания, просим в кратчайшие сроки обратиться к участковому доктору по месту жительства, в ближайшую поликлинику. Наиболее высокий уровень заболеваемости среди нашего населения мы фиксируем в 40-50 лет. Чаще страдают мужчины в соотношении 7 к 1. Лечение подагры в первую очередь направлено на уменьшение уровня мочевой кислоты в крови. Это в значительной степени можно достичь с помощью диеты. Из рациона необходимо убрать полностью пищу, богатую пуриновыми основаниями, белковыми основаниями. К этой пище относятся жирные, жареные сорта мяса и рыбы. Это и бобы, и субпродукты, печень, почки, язык. Это и алкогольные напитки, особенно пиво, томаты, щавель, шпинат. Все это наши больные должны полностью убрать из рациона питания и оставить только кисломолочную продукцию, каши, вот, и увеличить выпиваемой жидкости чистой очищенной воды до 2 литров в сутки. Юлия Николаевна, зачастую пациенты первое проявление подагры принимают за какие-то травмы, за какие-то нарушения в суставах и обращаются не к профильным специалистам. К чему это может привести? Зачастую наши пациенты обращаются к непрофильным специалистам. Это врачи-хирурги, врачи-травматологи, предполагая, что накануне была травма, о которой они просто не помнят. Поэтому еще раз хотела отметить, что если у вас появилась боль в суставах нижних конечностей, и вы видите, что сустав припухает, краснеет, выраженное воспаление, которое буквально появляется на глазах, вы должны явиться на осмотр к участковому доктору, а затем уже по рекомендации участкового доктора вы должны обратиться на прием к ревматологу Луганской областной клинической больницы. Недавно на приеме у меня был мужчина 45 лет с города Старобельска, который длительно лечился по месту жительства у непрофильного специалиста, врача-травматолога. Это привело к печальным последствиям. У него ужасно скривлены суставы кистей, стоп. Он практически не может открыть ручку дверей. Подагра у этого мужчины приняла хроническую форму, вплоть до образования камней в почках. Таким пациентам, к сожалению, тяжело помогать, и уже на этапе нашей помощи необходимо контролировать уровень мочевой кислоты очень тщательно, один раз в 2 недели. Необходим прием большого количества препаратов. И чтобы этого не допускать, необходимо в кратчайшие сроки при проявлениях симптомов, о которых я рассказала ранее, явиться к участковому доктору на осмотр. И традиционно в завершении нашей беседы ваши рекомендации. Нашим телезрителям хотелось бы порекомендовать вести здоровый образ жизни, меньше употреблять жирной жареной пищи, соленой, перченой, уменьшить количество употребления алкогольных напитков, особенно пива, и пить больше очищенной воды до 2 литров жидкости. И хотелось бы пожелать нашим пациентам вовремя обращаться за медицинской помощью и решать проблемы с доктором на приеме в начале заболевания, а не тогда, когда она принимает хроническую форму. Юлия Николаевна, спасибо за очень важную информацию. До новых встреч в нашей передаче. А теперь советы психолога. Дорогие телезрители, сегодня мы с вами поговорим о том, как каждый из нас может повысить уверенность в себе и, соответственно, повысить собственную конкурентоспособность в этой жизни. Зачастую человек, который решился обрести уверенность в себе и начал действовать, в результате отказывается от этого намерения. Но почему так происходит? Не потому ли, что для него это становится слишком сложным заданием? И не потому ли, что он теряет веру в себя? Или не потому, что он выбирает неверную дорогу. Собственно, верно и то, и другое, и третье. Вот человек, который решил раз и навсегда избавиться от собственной неуверенности, говорит себе, вот завтра я проснусь совершенно другим человеком, активным, уверенным, смелым, и мне будет все подвластно. Но на деле, чтобы измениться и избавиться от комплексов,
Необходимо длительное время, нужно ежедневно, ключевое слово, и много, тоже ключевое слово, работать, желая только одного, сделать себя таким, каким бы вы хотели себя видеть. Вот для того, чтобы этого достичь, необходимо придерживаться определенных правил. Ну, какие же это правила? Очень важно, дорогие друзья, поговорить с собой. Вот ежедневная забота, окружающая нас, суета, множество обязанностей приводит к тому, что у нас просто не остается свободного времени для того, чтобы попытаться что-то изменить в самих себе. Вот мы свыкаемся с уготованной нам ролью, оправдывая себя всевозможными способами. Ну, такая покорность вредит всем нам. Вот не нужно соглашаться с тем, что нас не устраивает. Однако зачастую мы так заняты, что не можем даже разобраться, что именно не так. Почему мы постоянно испытываем негативные эмоции? Почему не можем радоваться жизни, как делали это раньше? Почему теперь вынуждены скорее терпеть жизнь, чем наслаждаться ею? Дорогие друзья, очень важно понять себя и свои истинные потребности. Поэтому давайте заведем правило вот, беседовать с самим с собой. Ну, например, это может быть утренняя мотивирующая беседа. Вот проговорите основные задачи на новый день. Вот смоделируйте то, как вы будете себя вести в той или иной ситуации. Ну, можете просто поболтать с собой, чтобы поднять настроение. Ну, это могут быть также обеденные размышления. Вот после обеда расслабьтесь, поразмышляйте об отдыхе у водоема. Помечтайте, или же о предстоящей поездке за город. Вот детально представьте ее, отвлекитесь, и только потом приступайте к работе. Это также могут быть и вечерние подведения итога. Вот вы можете вести внутреннюю беседу, когда возвращаетесь домой с работы, или же когда совершаете вечернюю прогулку. Вот перед сном беседуйте с собой только о приятном, о расслабляющем, успокаивающем. Ведь такие беседы способствуют более быстрому засыпанию и спокойному сну. Обязательно похвалите себя за сегодняшний день и пожелайте себе спокойной ночи. Дорогие друзья, вот многие думают, что улыбка – это средство, которое помогает нам общаться с окружающими, но не с самим собой. Но это не совсем так. На самом деле улыбка – это мощное средство, которое может помочь нам быть уверенными в себе. Вот дело в том, что улыбка обладает двойным действием. Ну, с одной стороны, она помогает установить контакт с собеседником, настроить его на нужный лад, но она как бы сигнализирует о вашем доброжелательном отношении к другому человеку, или же отражает просто ваши положительные эмоции. Но с другой стороны, улыбка направлена внутрь нас. Это ее особая сторона. Вот внутренняя улыбка может не отражаться на лице. Однако человек, улыбаясь самому себе, светится особым светом. И этот свет излучают его глаза. Вот как же улыбнуться себе? Есть простые упражнения, которые могут помочь всем нам. Ну, например, закройте глаза, выкиньте из головы все дела и заботы. Останьтесь наедине с собой. Погрузитесь в себя. Вот представьте, что вы стали маленьким и можете путешествовать по миру с вашей личностью. Вот вы можете начать свое путешествие с любой точки. Ну, например, сначала вы погружаетесь в мир своего профессионализма, проплывая мимо ваших самых лучших успехов в работе. Затем, например, вы направляетесь к берегам семейным и видите, что здесь собрались лучшие качества, которые вы проявляете в своей семье. Но потом ваше путешествие продолжается по острову чувств и эмоций, и вы рассматриваете свои самые приятные и самые нежные чувства. Вот путешествие по собственной личности, по ее приятной стороне, рождает в вас любовь к самому себе, которая выражается как раз во внутренней улыбке. И когда вы вернетесь из путешествия, то, возможно, поверьте, почувствуете, что действительно улыбаетесь. Иногда, однако, в таком путешествии стоит заглядывать и в темные уголки вашей личности. Вот стоит встретиться с отрицательными сторонами вашего характера, которые известны только вам, с теми поступками, о которых вам не хочется вспоминать. И вы увидите эту сторону. И она вам, естественно, не понравится. Вам захочется уплыть к светлым берегам. И, возможно, такое путешествие настроит вас на работу над собой. И постепенно у вас будет все меньше и меньше темных пятен. Ведь внутренняя улыбка, дорогие друзья, обладает целительным свойством. Вот даже в трудные времена нужно помнить о том, чтобы вам легче пережить горе и страдания, которые, возможно, в жизни и встречаются в жизни каждого человека. Вот
чаще улыбайтесь самому себе, и вы справитесь с любыми трудностями. И ваша любовь к себе способна изменить вас в лучшую сторону. Дорогие друзья, вот мы часто бездействуем, дожидаясь подходящего момента. Вот нам кажется, что момент для решительных действий еще не настал, что нужно еще немножечко подождать, чтобы потом использовать свои силы с большей эффективностью. Вот мы уверены, что через какое-то время нам поступит сигнал о необходимости действовать. Однако часто случается так, что этот момент так и не наступает, и мы в очередной раз упускаем свой шанс. Вот что же такое подходящий момент? И ждет ли уверенный в себе человек своего часа? Ну, безусловно, ждет. Вот есть подходящее время для того, чтобы попросить кого-то, например, об одолжении. Есть подходящее время для того, чтобы сделать ремонт в квартире. Есть подходящее время для того, чтобы планировать рождение детей. Всему свое время. Причем уверенные люди тоже ждут подходящего момента. Однако, дорогие друзья, они не ждут его бесконечно, это главное. Они сами определяют, когда этот момент наступит. Они четко знают, что будут просить об одолжении своего друга после того, как тот освободится. Что ремонт в квартире лучше задевать ранней осенью. Они уверены в том, что строить планы на рождение детей стоит после 25 лет. Это их позиция, но она не единственно правильная. У вас может быть совершенно иное представление о самом подходящем моменте. Важно определить свой срок и, самое главное, действовать согласно плану. Дорогие друзья, вот бывает, что неуверенный человек вообще не ставит никаких условий и критериев. Вот просто ждет и надеется. Но он рассчитывает на то, что кто-то или что-то подаст ему сигнал о начале действий. Однако никто и ничто таких сигналов не дает. Дорогие друзья, перестаньте ждать у моря погоды. Вот стройте такие планы, которые вы в состоянии реализовать. Вот если вы хотите дождаться наиболее благоприятного момента, то вам нужно четко определить, что это будет за момент и когда он начнется. Неуверенным человеком часто управляют его страхи. Причем одним из них является страх совершить ошибку. Причем этот страх сковывает человека, не позволяет ему действовать в соответствии с собственными желаниями. Вот человек начинает бояться, что у него ничего не выйдет, что он потеряет то, что имеет, а нового не приобретет. Вот его страшит перспектива остаться у разбитого корыта. Именно поэтому и возникает неуверенность в своих действиях. Ну, конечно, сильное желание – это не повод бросать все и бежать навстречу неизвестности. Как я уже говорил, наши цели должны быть, и подчеркиваю, наши цели должны быть достижимы. Но все-таки вы должны понимать, что в любых переменах есть определенный риск. Что в случае успеха вы сможете многое приобрести, но в случае поражения и многое потерять. Поэтому, безусловно, дорогие друзья, мы все должны просчитывать свои действия. Вот если мы чувствуем, что наши шансы на успех велики и можем рискнуть, тогда нам стоит начать действовать. Вот многие просто не торопятся на встречу своей мечте, и как раз из-за страха не достичь его. Но бывает и так, что не все, к сожалению, не все в нашей власти. Ведь существуют объективные обстоятельства, которые не позволяют нам добиваться всего, чего мы хотим. Однако есть вполне объяснимая закономерность. Вот парадоксально, чем больше мы ошибаемся, тем больше шансов на успех приобретаем. Ведь каждая ошибка – это опыт, который делает нас сильнее, который дает нам важные знания и который впоследствии будет для нас уроком. Поверьте мне, вот человек, который не ошибался, никогда не обретет истинную уверенность в себе. Ведь отсутствие ошибок как раз свидетельствует об отсутствии жизненного опыта, об отсутствии реальных действий в жизни конкретного человека. Вот, дорогие друзья, иногда нам кажется, что мы не слишком успешны в делах, в отношениях, неуспешны в семье. И из-за череды неудач и несчастий мы можем поставить крест на себе, на своих талантах и на своих желаниях. Вот мы свыкаемся с той ролью, которую играем ежедневно, не стремясь ничего изменить. Вот и часто простых человеческих усилий для того, чтобы вырваться из круга неудач и прервать череду неудач, бывает недостаточно. Но существует один очень действенный прием, который помогает людям с тотальной неуверенностью в себе. Ну, назовем этот прием, ну, я вот так назову его, создание нового «я». Вот кто такой этот новый «я»? Откуда его взять? Вот как его создать?
Этот новый образ, это, дорогие друзья, ваша полнейшая противоположность. Он смел, он уверен, он сметлив, он целеустремлен, он расслаблен в общении. Но чтобы получился такой образ, вот поиграйте с собственным стилем. Вот сделайте его новым, не похожим на ваш привычный образ. Вот добавьте в этот образ изюминку. Вот не делайте его скучным. Вот пусть он будет чем-то даже преувеличенным. Вот главное, воплотите в нем свои самые смелые представления. Вот после создания такого образа начните постепенно внедрять его в жизнь в новых для вас условиях. Ну, например, вы можете отправиться в путешествие или же просто совершить прогулку по незнакомому району вашего города. И вот в новых условиях никто не будет удивлен. Незнакомые люди будут воспринимать вас именно так, как вы выглядите. А чтобы закрепить этот образ, вам следует найти новых знакомых или же просто попытаться пообщаться с кем-то из прохожих. В следующей телепередаче мы продолжим разговор о том, как повысить уверенность в себе и, соответственно, повысить собственную конкурентоспособность в этой жизни. А сейчас мы приглашаем к экранам мам и пап, дедушек и бабушек и будем говорить о здоровье вашего малыша. В прошлой своей программе мы говорили о том, что ваш малыш подрос. Ему 6 месяцев и нужно расширять круг его питания. Его уже не устраивает только мама на молоко, его не устраивают молочные смеси, потому что он растет, а для роста нужны другие продукты. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что должен быть соответствующий столик. Вот посмотрите, как нам тут удобно сидеть, да? Как мы играемся за этим столом, чтобы ребенок понимал, что за стол этот вы его высадили для того, чтобы получать новую пищу, новые продукты. Для этого вы приобретете, я думаю, что все могут приобрести, посуду, которая будет соответствовать интересам вашего малыша, которая будет именно детская, которая будет не бьющаяся. И хорошо, самое главное, она будет обрабатываться, мыться или кипятиться. Вот. И вот такие вот ложки. Ложки могут быть любые, вы уже поняли. Но главное, нужно знать, с чего же начинать. Какой первый прикорм вы должны ввести своему малышу. Если ребенок на грудном вскармливании или на детском питании молочном, то в 6 месяцев ему необходимо ввести первый прикорм. И первый прикорм должен быть овощной. Овощной. Это должна быть картофель, это должна быть морковка, которые должны быть приготовлены, перетерты, разведены. И ребенок должен получить первый свой прикорм в виде всего лишь нескольких ложек нового продукта. Вам все конкретно посоветует ваша детская медсестра, приходящая с поликлиники, или врач-педиатр. Но любая мама должна помнить, что новый продукт, который вы ведете малышу, нужно вводить вначале, когда он голоден и когда он еще не сыт, когда он не получил мамы на молоко. И обязательно вы должны помнить, что новый продукт дается один и тот же в течение 3 дней, чтобы малыш к этому привык. Новый продукт дается с ложки. Он не съест целую ложку, он ее расплюет, размажет, получит первые капельки. Но этого будет достаточно, чтобы ребенок понял, что есть новые продукты, что они не сладкие, что с них надо начинать. И я еще раз подчеркиваю, первые новые продукты должны быть овощи, а не манная каша, которую советуют все бабушки. Каши будут потом, а сначала овощи. Об этом мы с вами и поговорим в следующих наших передачах. И ваш малыш обязательно будет здоров. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч! Смотрите нас в следующую субботу. И помните, здоровье важнее.